зарядим. Что, выжимаешь мяч? Да. Молодец. Ну все, Витя, минус пол зарплаты тебе. Отдай, отдай за него! Минус мороженого давай, 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 давай. Да. Ладно, говорит сын, я, может, не прав был, типа, по поводу твоего друга, когда он душит его в кульке. Такой. Что-что? Кейвстона нормально. Чувак, я просто не очень большой фанат Кейвстона, поэтому, типа... Ну, я не особо фанат, но я знаю, что он, типа, один из самых популярных. Ну, типа... Учитывая то, что он, типа, уже не только... Да, он же не только в Украине, понимаешь? Не, он не только... Он не только блогер. Ну да, что он еще и рэпчик, типа, делает, ну да. Ну, кстати, реально слушали, ничего так, типа, в принципе. Не, одна песня. Знаешь? Нет. Да, она типа считалась летним хитом. Да? Да. Я пошел слышал. Там особо слов нет, там в основном музычка. Ниже, ниже, ниже! А меня было видно, когда я, когда ты начинал свисток стартовый, бежал, когда он там бежал? Возможно. Понял, типа было бы орно, если бы меня было там видно. Я смотрю, ладно. У меня телефона нет. Я понял. Я просто боюсь телефон достать, чувак. Руки отпадают же. А там на стуле телефоны лежат, да? Не, нет. С собой. Может, ты не желаешь, ты сейчас удалось. Просто тогда не пред... Просто в следующий раз не предлагай, а то я тебя стою, жду. Все-таки будет. Что? Где-нибудь что? Будет, да? Да. Что это за команда? Какое полное название? Леша, 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 Леша,
Ну, Вильгельм — это имя, понимаешь, или название команды. То есть тут как бы есть разница. Название как бы содержит... Нет. Лучше играл ЛЧ, и мяч не поменяли. Инвестирует куда-то, может, в другое место, понял. А ты что делал на неделе? О, появился вот этот разговор. Ну, ко мне пришло в понедельник. А, в понедельник я же был выходной. Это был самый худший день на последнего и, наверное, месяца три. Я вообще ничего не делал, практически целый день. Ну, то есть, типа, я тупил, понял, типа, ну, ничего полезного по факту не делал. Еще один день в неделю можно сходить? Не-не-не, нельзя, чувак, нельзя. Ты что, это ж можно умереть просто от того, что тебе просто тупо нечего делать. Вот. Зря не, на работу не поехал, проще говоря. Вот, потом... Еще всегда есть что делать. Все нормально, Жека, все хорошо. Откладывают из-за каких-то определенных фактов. Вот, короче... Потом во вторник у меня было... Вторник был лайтовый. Типа чисто урок и там, ну, чтобы по мелочам, понял? Типа ничего такого сложного. А вот в среду начался дочек. Там урок, три сеанса. Я, конечно, просто выполз. Вот. Ну, просто приехал домой, упал спать. Вот. Пришла одна девушка новая на работу, ну, в плане со мной работать, на консультации записалась. Вот. Такой, даю ей салфетки, говорю, держи, будут нужны. Она такая, да, нет, она говорит, не надо. Few minutes later, знаешь, тут только сидит, рыдает. Короче, такая салфетками обмазывается просто. А? Обмазывается, да, по массу. На массу. Истинный мусульманин? Да. Кошерные салфетки. Вот, короче. Типа. Закончил работу с одной клиенткой. Судя по всему, со второй тоже. Ну, тогда будет посмотреть, приедет ли это новенькая в понедельник утром. В понедельник утром будет в четверг тоже было пару сеансов, типа.
урок в пятницу. Я вообще в два свалил, сел с Колей обсуждать будущую пати, которая будет вот на неделю две. Что ты говорил еще? Последние 10 секунд. А, вот, с Колей, типа, в пятницу в 3 встретились в кофейне, ну, в Гудзике, понял. Сели, начали пробивать, типа, дома, которые можно в аренду снимать, вот, чтобы, типа, вечеринку еще одну привезти. Чего? У нас диджей. Плохо, нормально? Ну, он такой, типа, в широких кругах, типа, не очень известен. Но, типа, известен, в принципе, локально, типа, по Киеву. Ну, такой, типа, не очень, нет? Диджей был, потому что, типа, было слышно, что звук не сведен, знаешь, типа, что треки переключаются. А у него, говорит, у меня просто пульта нету, типа, управления нормально. Типа, как я вам посажу звук? Ну, так и Коля сказал, что давай так, типа, нам надо, типа, выйти в плюс по баблу. Ну, надо же зарабатывать, типа, нафиг. Вот. Короче. Сколько неизвестный диджей стоит? Выступить. Там по часам. Дорого, чувак, типа диджей дорого стоит. Очень дорого. Типа, с нашей ценовой политикой. Нет, он не неизвестный, он известный достаточно. Просто типа. Ну я не я типа, знаешь, я даже не помню, как его зовут, потому что я же типа не фанат типа этих всех диджейских тем. И я не очень эксперт вообще по этим клубным движам. Я впервые, типа, за жизнь нормально, наконец-то, потанцевал, ну, в Кубасе, по факту. Ну, не в Кубасе, но, типа, мы его таким сделали. Вот. Ну, что, вот, когда у нас на Брянке был, я не знаю, как он цены, сколько. Но там всегда аренда дороже стоит, чем... Это самое дорогое вложение. Да, аренда – это самое дорогое. Мы где-то 3500 платим раз, и потом еще плюс сотен за каждого человека. Вот, поэтому и билет там был по 250. Нет, 2, 1, ну, то есть, типа, в принципе, типа, движ будет хороший. Я просто сказал, что, чувак, зачем вам, типа, диджей, если можно самим в таком случае свести треки, свести звук. Типа, не париться. Кто рекламу оплачивал? Коля. Нет, все оплачивает Николай, типа. Моих инвестиций там пока что нет. Мои инвестиции — это, типа, мое время. Мое время, мои, типа, усилия, работа постоянно. Тем более, опять же, рекламой можно заниматься так же, как мы вот рекламой на Афере занимались, понимаешь? Ничуть не менее выгодно. Боже, за что только третий матч, да? Да. Не знаю, мне сейчас нормально стало. Ну, уже меня холодно, ветра нет. Ногами все время шевелю, пальцами внутри. Что-что-что? Пальцами внутри все время шевелю. И они не могли вставать. Да нет, потому что еще полтора часа, чувак. Так меньше. Меньше, ну час 20, типа, перерыв. Ну, перерыв – это время согревания, поэтому его можешь отнимать. Понимаю. Это даже лучше, чтобы все было чуть-чуть подольше, даже чем обычно. Да, как можно говорить, играй классно? Чем мерзнуть. Угу. Лучше 5 минут побегать и потом чувствовать себя комфортнее сейчас, чем не делать 5 минут на перерыв, при этом мерзнуть. Да ничего, когда Андрей сказал, что 3 минуты перерыв, типа, у меня аж бомбануло, потому что, типа, какие 3 минуты? Ну что же надо отогреться, типа? Не, типа, ты футболиста тоже, как ты хоть в куртке стоишь, потому что футболисты, они согревшиеся. Нет, так плотные. Подожди, стоп, плотные, я не имею в виду между таймами. Между таймами я понимаю.
между матчами можно попробовать сделать перерыв хотя бы в минут 5, 6, 7, 8, 9, 10, знаешь, типа. Потому что, типа, ну хорошо, ну ты стоишь ты раз матч снимаешь, ну два, да? Типа, ну ты уже немножко обалдел, правда? Куда? Куда? О, ты уже немножко обалдел. Что? Не понял. Ну да, Катя вообще отлично. Что? Минута 46. Типа. Ну вот перерывов между матчами можно типа сделать перерыв. Фотографа на вечеринку вы брали? Брали, но он не приехал, там типа накладка с фотографом получилась. Не, ну в итоге мы типа возместили, знаешь, ущерб по факту, но типа. Самое главное, то, что у нас был халявный Red Bull, а на следующий, вероятнее всего, будет халявный Еги. А сама компания? Все, ребята, заберите! Витя! Я! 2-0 Торино! Сколько фотограф брал за услуги свои? Ну, я не помню, вот честно. Ну, типа, опять же, я финансами на первой вечеринке не занимался. Я ими занимался на второй, потому что, типа, я сказал Коле Шиколе, типа, нужно, типа, денежку с этого получать, а не, типа, просто устроил, еще в минус улетел, знаешь, что такое, типа. То есть нужно, типа, оптимизировать расходы, надо понимать, какие, типа, бабки мы ждем. То есть, типа, надо это все понимать, понимаешь? Типа, 48-я. Вот. С третьего раза. С третьего раза. Сутка номер три. Вот. Что поначалу в любом случае типа либо минус, либо в ноль. Ну да, да, однозначно. Пока тебе не доверят, то ты не можешь нормально организовать. Вот это компания, которая занимается у нас корабликами организацией, это не надо. Ну, Коля ж занимался корабликом. Он там 7000 поднял с кораблика одного. Ну вот, типа. Типа он свой делал корабль? Не, для Могилянки делал. Ну, я имею в виду тот, который типа основной чувак. Он, типа компания, которая занимается всякими организациями и ивентов, и это один из типа их проектов корабль. На него больше всего людей ходит. Ну, чувак, на бунт больше всего людей ходит. Тоже эта компания. На бунт должно больше людей ходить. Shark and KO называется. Что? Shark Co. Shark Co. Называется. Чувак, который уже давно выпустился, он является. Он делает миллиарды всякие. Ты рассказал про блокнотики там и так далее, да? Не, блокнотики. Всякие там типа услуги делают. Он находит людей, которые занимаются проездными. Делает рассылку по всяким там организационным вопросам по миллиардам. И ему за это предоставляют миллиарды типа помещения на шару. И
еще помню, типа, когда ему надо там какие-то ивенты проводить, он на шару до этого подвязал. Он все равно всякие вечеринки организовывает. Ну, не только для мигрантов, там шею много. Короче, студенческие тусовки. Правильно, чё нет? Мутиться, типа. А, еще ему при этом, он типа на киевске, ему предоставляют общаться. Это волшебные эти пули. Ну, короче, знаешь, как педагог-организатор, короче, школы, он типа того, только в Могилянке. Понимаешь, что он не на ставке, он там типа на карман, ну, на конвертной основе. Да, ну, в Могилянке мало студентов, поэтому, соответственно, много пустых помещений, которые не задействованы. Серьезно, мало студентов? И, соответственно, им, в принципе, они ничего не теряют от того, что они просто предоставляют помещение, которое как бы вообще никто не пользуется. А за это получать услуги по организации всяких дней факультетов и так дальше, это все. Столько лет работает, он каким-то образом умудряется заставлять там каждую неделю репетировать этих чуваков там перед всякими днями факультетов, перед выступлениями. А какая минута? 21-я. Если ну, чувак хочет просто подбухать, сходить куда-то, там, прийти на часик на перепетицию, там что-то поделать, а он заставляет их там часами тусить. Ну так же, если он за это деньги им платит какие-то, то... Нет, он не платит, ему дают помещение. Бартер. Я имею в виду тому, кто репетирует. Нет, конечно, это же просто представление факультета, типа, выступление, все давайте. Ну, для кого-то это, типа, важно. А-а-а. Ну, не, ну, в любом случае это полезно, то есть, типа, ты, когда выступаешь, там, уверенность обретаешь, да, какую-то хрень, типа, это как вложение в себя, но все равно, типа, когда чувак умудряется мотивировать людей репетировать на втором-третьем курсе, когда типа просто лишь бы погулять. Ну подожди, у вас в Могилянке другие немножко расклады, чувак. У вас типа, блин, когда ты сказал, что я в библиотеку иду учиться, я вообще не понял. Что за грани фантастики? Что-что? Тоже тут на грани фантастики. Я понял. Да ты такой один. Лучше приди, короче, типа, вот спасибо, что пришел. Вот. Раз в месяц. В общем, ты допущен, спасибо. Это куда? За... А, в твоей этой шарой? Да. Не, я к тому, что типа. В Могилянке, типа, раскладывают руки, типа, там люди учатся относительно, понимаешь? Ну, типа, те, кто туда не случайно попали. Ну ладно, вот единственное исключение, кто там не учится, это Алекс и Лина. Вот все. Лина там для красоты сидит, типа. Алекс ну, тоже. Что-что? Ну, не да, на это не особо еще. Я на моих, типа, я с кем я сейчас общаюсь, типа, что там сейчас еще хуже, чем было. За кафедру куча предметов ведет, который я хочу, типа, чтобы, блин, у нас такие классные должны быть. Студенты, только не свой факультет. Как вы можете вообще не учить?
стало для меня лекция о площадках, которые я знаю. Ну, жуть. Вообще капец. Куда ход? Не знаю, если я буду преподом, то я не буду отвечать на лекции. Но я буду валить на экзамен. Он говорит, да. Потому что, чувак, типа, смотри, по системе образования есть какие-то свои, ну, не в плане валить, а потом вопросы задавать. Я, наоборот, уважаю того, например, таких преподов. Вот у меня был один такой человек, который не заставлял ходить на лекции, который скидывал полностью все материалы, по которым готовился, и потом давал возможность пользоваться интернетом на экзамен. Потому что мы сейчас типа в технологии живем. Для нашего времени полезно не умение типа заучить какую-то хрень, которую тебе человек. Умение быстрого поиска, да. Ну типа, чувак, давай так, когда ты сел с человеком и говоришь, да, на какие-то, ну, каких-то вещах определенных, да? Ты в них не ориентируешься, просто потому что когда-то тебе было в лени это почитать, да? То есть просто узнать об этом. И ты начинаешь резко при нем искать информацию. Вот я более чем уверен, что типа человек, с которым ты сидишь, он как-то на тебя косо посмотрит, потому что типа век технологии, век технологий, но все равно что-то дознать надо. Понимаешь, когда просто человек уже преподаватель начинает так себя позиционировать, то в принципе даже хочется даже учить то, что он преподает, ну, в принципе, то есть это интересно становится. Не знаю, как бы более лояльное отношение к тебе мотивирует больше, чем жестко. Жестко, типа, ты будешь думать, я не буду ничего делать, потом в самом конце все выучу, типа, в последний день, и все. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, ты к тому, что мне было бы все равно, типа, понял, ходят они ко мне на лекции или нет. А вот, то типа, как они на экзамене отвечают, да, допустим, ну, то есть, типа, на зачете, то это важно уже, типа. То есть, если человек, как бы, не знает материала, то, типа, ну, за что ты ему будешь балл ставить? Все равно. Минимум. На тройбан может любой заслужить? Ну, на тройбан-то понятно, типа. Ну, понимаешь, когда ты даешь им, типа, гринлайт на то, что у них будет тройбан, то давай так, типа, никто учиться в итоге не будет. Ну, с другой стороны, ты себя как бы от нервного расстройства спасаешь. Ну да. Да, типа, то есть ты это... Ну его нахрен слушать таких ребят, которые ни хрена не знают. Если им поставить, чтобы они не прессовали меня, не трогали меня еще там три пересдачи. Ну, чувак, так же быть не должно, ты понимаешь? Понимаешь, нет. Даже если у них будет диплом и увидят чуваки, работодатели, что знают. Да нет, ты без диплома увидят, знаешь, типа. Не так много. То есть, типа, ты ничего не теряешь, потому что ты ставишь диплом. Потом тебе же жизнь научит, как сыграешь это делать. При этом ты не потратишь своего времени преподавательского, просто чтобы прислушивать невнятную хрень студентов, которые не понимают. В принципе, чувак, типа, твоя обязанность, типа, донести информацию, да? Максимально понятными путями. Если эти максимально понятные пути донесения информации не работают на человеке, значит, он тупой. Ну, то есть он просто не хочет учиться. То есть... Ну, да.